Всем привет! С вами компания Япония Транзит. Мы возобновляем наши обзоры на автомобили, привезенные для наших клиентов. Сегодня у нас на обзоре Honda Step-Wagon 2012 года выпуска в комплектации спада. Автомобиль готовится на отправку. Поедет в Краснодар. Сейчас коротко покажем, что эта машина из себя представляет. Поедем в Грецию. Автомобиль был куплен за 1 миллион. Честно, не помню. Короче, чуть больше миллиона рублей. Это 4 балла, 120 тысяч пробега. 2012 год, как я уже сказал. В черном цвете. На кожаных чехлах, но это получается самая простая спада, без электродверей, без мультируля. Сейчас, в принципе, посмотрим поподробнее комплектацию. Так, выглядит у нас багажник. 3 ряд сидений. Это не кожа, это кожаные чехлы. Рамки для нашего клиента. Подарок. Здесь 2-литровый мотор. Честно, даже не вспомню, сколько лошадиных сил. Достаточно резвый автомобиль, динамичный. 7-ступенчатый АКПП. Вот. Кожаные чехлы в нормальном состоянии. Чистый потолок. Все автомобили моются перед отправкой. Приводятся в нормальное состояние. Давайте сядем в салон. Погреемся чуть. Так, сначала покажу. Так выглядит салон. Здесь на ключе. И кнопка старт-стоп, спада-руль, без кнопок управления, только компьютером. Так выглядит приборная панель. Хорошая мультимедиа, Gazax, большой очень монитор. Не вспомню, сколько дюймов, но, короче, очень большой. Климат. Сядем. Здесь у нас различные бардачки. Все, просто покажу. Я не эксперт в автомобилях, чтобы вам рассказывать о ТТХ и так далее. Просто покажу, как это все выглядит изнутри. Это кнопка ГЛОНАСС. Ее попросили не ставить. Здесь погрузочные и так далее. Блин, аукционный лист уже у перевозчика. Я прикреплю ссылку на статистику. Посмотрите, что это за машина была у нас. Так. Сейчас стабилизируем. Если честно, мы тут начинаем потихонечку знакомиться вообще с YouTube, поэтому первый ролик он пробный. Посмотрим, какая будет обратная связь от вас. А там уже посмотрим, что с этим делать и как дальше двигаться. Подрулевые лепестки. Блин, на самом деле, было большим удивлением, что спада бывает в такой комплектации. Мягко говоря, не самый лучший. Вроде спада. Спада — это обвесы. Если это спада Z, то здесь еще будет у нас монитор для заднего ряда сидений. Будут обе двери электрические. В общем, много чего хорошего.
Может быть, если взять хорошую комплектацию. Кстати, особенность именно степ-вагонов — это вот это вот окошечко, зеркало. Для чего это? Чтобы вы видели низ автомобиля, бордюры не цеплять и так далее, так и поняли его стороннее движение, когда вы паркуетесь к бордюру, чтобы не цеплять и не повредить автомобиль. Так, что вам еще показать? Что может быть интересно зрителю? Напишите в комментариях, что вам интересно видеть на обзорах. Мы будем учиться. Стандартные кнопки у Honda — это режима, включение системы старт-стоп. Ну, в принципе, ничего такого больше сверхъестественного нет. Давайте еще раз. Мне кажется, выглядит круто. Для автобуса выглядит очень круто. Как считаете? Ладно, давайте на этом закончим. Это уже достаточно холодно. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вам интересно. Давайте будем так, что мы будем делать все, что вы просите, но только с помощью обратной связи. Вы пишите, что вам интересно видеть в этих роликах, а мы это реализуем и делаем это максимально качественно. Купим оборудование и будем делать что-то красивое и интересное. Так что обращайтесь, если вам нужна помощь. Помощь в автоподборе автомобилей в наличии, помощь при покупке с аукционов. Во всем, что угодно, все, что связано с автомобилями, мы готовы вам помочь. Все ссылки будут в описании. Всем до связи.